Хей, друзья, добро пожаловать на мой канал, с вами Маугли, и сегодня мы начнем играть в игру, которая всего лишь готова, о господи, всего лишь готова на 13%, это Yandere Simulator, или симулятор Yandere. Я долго думал, что же это Yandere означает. Так вот, друзья, этим словом обозначают личность, которая часто встречается в комиксах, манги. Личность, которая с виду вроде панька, а потом становится кровожадной убийцей или просыпается у нее какое-то темное, страшное чувство по отношению к кому-либо. Короче говоря, это человек, который снаружи один, а внутри совсем другой. Снаружи у нас такая девочка мягкая и пушистая, красивая школьница, а внутри она у нас безжалостная убийца с ножом. Так вот. Что мы будем здесь делать? Мы будем здесь пытаться привлечь нашего дорогого сэнпая. Нашего дорогого-дорогого возлюбленного. Постоянно происходят какие-то изменения, и вот на данный момент они уже добавили возможность выбирать пол возлюбленного. Значит, мы можем влюбиться как в мальчика, так и в девочку, господи. Я надеюсь, главный герой тоже будет меняться от этого или нет? Или все-таки у нас здесь будут гомосексуальные отношения процветать? Смотрите, если мы попробуем выбрать девочку, то мир твой. Извините, эта функция еще пока недоступна, поэтому мы можем лишь выбрать парня. О, сэнпаюшка, что это за облако? У тебя там такое на поясе болтается? Я не знаю, что такое. Привет. О, еще и сзади тоже. Ну ладно, слава богу, хотя бы его закрыли. Мы можем изменить цвет кожи. Давайте сейчас создадим нашего сэнпая, сэнпая нашей мечты. Такой чернокожий, смуглый парень, вообще или белый. Я думаю, что мы сделаем такой. Давайте сделаем вот такого нормального цвета, загаривший такой немножечко. А, волосы. Ууу, нифига себе причесочка. Вот это причесочка. Это же настоящий. Воу, парень. У-у-у. Круто. Да, крутой парень. А это что у нас такое? Ууу, это что за колбаска у тебя такая на плече? Да, это же хвост мой. Не, такой волосатый сэнпай нам не нужен. Нафиг, он волосы, наверное, редко моет. Нам такое не нравится. А вот лысый, в принципе, совсем даже ничего. Давайте посмотрим, что еще есть. В принципе, я предлагаю взять лысого, потому что лысый парень, это очень круто. Да? Так, что это еще? А, мы можем еще цвет волос выбрать. Ну, поскольку он лысый, поэтому нам все равно. У нас любой цвет волос. Цвет волос невидимый. Цвет глаз красный. Красный-зеленый. Голубой-синий. Фиолетовый. Фиолетовый глаз. Давайте сделаем фиолетовые глаза. Фиолетовые глаза, это круто. Или синие, или черные. А есть вообще белые? Есть вообще без зрачков? Нет, такого, по-моему, не предусмотрели. Давайте сделаем фиолетовые глаза. Вот это очень круто. И что это у нас еще? А, очки. Очки. О, стереорежим. Не, нам такой парень не нужен. Это что, кто такой вообще? Ридик, что ли, у нас? Нет, давайте будем, пусть он будет без очков, чтобы у него его прекрасные пурпурные глаза были видны. Давайте все закончим. Вы уверены? Да, конечно, я уверен. Давайте посмотрим, в какой униформе у нас будет сэнпаюшка. Фу, это кто такой? Это что за... Это просто Нео какой-то в плаще. Вот такой сэнпаюшка нормальный. Нет, это сильно рафинированный. А вот это, в принципе, ты вообще на женщину похож. Мне нравится, знаете, мне нравится вот такой. Давайте он будет у нас вот такой. Такой, в пиджачке. Значит, нормально, в принципе, само то. Можем еще выбрать женскую форму. Давайте посмотрим, что у нас доступно. Воу-воу-воу. Вот это уже очень для детей опасная униформа. Давайте, пусть она будет. Хотя мы могли, в принципе, сделать, чтобы сэнпаюшка и мы выглядели одинаково. Смотрите, если бы мы сделали вот так, то мы вообще были просто идеальной парой. Что, может быть, так оставим? Или, в принципе, можем вот так сделать. Смотрите, ну просто вообще. Мы похожи друг на друга. Не, мне этот цвет коричневый не очень нравится, поэтому давайте сделаем, значит, нашу главную героиню. Ну, такой, в принципе, нормальный, мне кажется, наряд, а сэнпаюшка у нас будет в пиджачке. Я думаю, что мы неплохо с ним будем сочетаться. Закончили. Вы уверены? Конечно, я уверен. Давайте продолжать уже. Вот что это у нас? Интро. Я не могу ничего чувствовать. Насколько времени вообще я помню, я никогда не могла проявлять эмоции. Я притворялась нормальной, когда вокруг были люди, но внутри я ничего не чувствовала. Это не так плохо, как может вообще звучать. Я знаю, что я сломана, но мне пофигу.
Это нормально для меня. Но все изменилось, когда я встретила его. Моего сенпая. Сенпаюшка. Первый раз я что-то почувствовала. Сильное желание. Что-то внутри было. Какой-то крик. Непонятно, гложило меня, глодало меня изнутри. Теперь я понимаю, что быть человеком, что быть живым, что значит быть живым. Теперь я зависима от этого чувства. Мне все равно на все остальное. Он все для меня. И сейчас кто-то пытается отодвинуть меня от него. Вот здесь-то и начинается. Она хочет его, но не на том же самом уровне, как и я хочу. Она никогда не сможет его оценить настолько, насколько оцениваю его я. Она его не заслужила. Он принадлежит мне одной. Она научила меня новой эмоции. Гневу. Я хочу остановить ее. Я хочу причинить боль ей. Я хочу убить ее. Вау! Ничто... Нет ничего, что я бы не могла сделать для сенпая. Мне все равно, что мне придется сделать. Мне все равно, что мне придется причинить боль. Мне не важно, сколько, какую кровь мне придется пролить. Я не позволю никому забрать его от меня. Ничто не имеет значения. Больше ничто не значит. Сенпай будет мой. Вау! Потрясающе! У него нет выбора. Яндере симулятор! Вот это начало. Это просто супер начало. Эй. Я тебя знаю. Я видела, как ты тут шлялась туда-сюда по кампусу. У тебя что, проблема с этим, а? Нет. Я хотела тебе дать некоторую информацию о девчонке, которая была с ним. Ее имя Осана Наджими. Она просто втюхалась в него. Она верит в миф о том дереве, дереве вишни, которое находится за школой. Миф, что если ты признаешься в любви кому-то под этим деревом в пятницу, то это гарантирует, что он примет твое откровение. Правильно. Она хочет открыться ему в эту следующую пятницу. А почему ты мне это говоришь? Я была бы счастлива, если бы что-то плохое случилось с Асана-чан. Я думаю, что ты могла бы быть правильной личностью, чтобы дать ей то, что она заслуживает. Кто ты? Я личность, которую называют Инфо-чан в этой школе. Я слышала слухи про тебя. Ты такая та девчонка, которая продает... Чего? Продает фотки с труселями пацанов? Никто не знает твое настоящее имя. А эти слухи правда. Если тебе нужна какая-то услуга, напиши мне. Отправь мне фотку с труселями. Я дам тебе любую поддержку, какую я могу. Если ты хочешь узнать какую информацию о ком-то в школе, просто шли мне ее фотку их рожей, тогда я тебе все расскажу, что о них знаю. Ах ты, ты отвратительна. А ты вообще... Кто это? Сталкер. Ты сталкер, понял? Ты прямо в зоны просто пришел. Если тебе нужна моя помощь, напиши мне. Если не нужно, просто игнорируй. У тебя одна неделя, прежде чем твой потрясающий, сияющий, классный сенпаюшка станет принадлежать Асана-чан. Я надеюсь, ты заставишь ее страдать. Вау! Апрель 2017, то есть это в будущее. Уже вторник, понедельник, третий, и у нас осталось всего лишь несколько дней, чтобы убить Асана-чан. Давайте посмотрим, что у нас будет дальше. Тут-туру! Так, 6:30 утра, неплохо, ранняя пташка, значит.
Вот она наша главная героиня. Яндери, давай сыграем, давай. Это что у нас, приставка? Похоже, джойстик похож на Xbox. Че это у нас здесь? Сменить труселя? Воу, труселя, смотрите, какой набор разных труселей. Я думаю, что мы должны с вами одеть вот эту вот повязку сумо. Конечно, давай, одевай. Все, одели, круто. Потому что мы будем бороться с Синпай Шрайн. Святилище Синпая. Его щетка. Щетка-пластырь. Я немножечко его вкуснейшие кровушки прямо на этом пластыре. А на этой щеточке что? Я украла эту щетку из дома Синпая. Когда я чищу ей свои зубы, я чувствую прекрасное. А это яблоко. Синпай немножечко откусил. И я... Воу, она говорит, что она лижет следы от зубов, которые остались в этом яблоке, и это заставляет ей веселье. Эта девка точно помешанная. Ладно, пошли. Выходим отсюда. Выходим. Пойдем в школу, в город или в подвал. Давай, конечно, в подвал сходим. Посмотрим, что у нас в подвале. О, камера пыток. Ну-ка, что тут здесь? Пикап взять? Чего? Бери. Давай, что ты взяла? Что ты у нас взяла? Ну-ка, посмотрим. Пока что не показывает никакого инвентаря. Ладно, ничего, не разберемся. Стул. О, да, я хочу посадить сюда Синпаюшку, чтобы он сидел здесь. Давай, хватай. Что-то мы берем, мы какие-то берем, то ли кассеты, то ли карточки банковские. Значит, в этом подвале она может кого-то посадить и там пытать. Давайте пойдем, попробуем в город съездить. Посмотрим, что у нас в городе творится. Типа три локации, да? Воу, смотрите. Мы можем крутить. Так, нажмите, ну понятно, это все понятно. Нажимайте Shift, чтобы двигаться быстрее. Нажмите Enter, чтобы... Если ты застрял, и нажмите тильду, чтобы вас возродиться на уровне. Нажмите E, чтобы прыгать. Воу, нифига себе. Воу, это же просто самый настоящий велотриал. Давайте попробуем сейчас сделать супер крутой трюк на лестнице. Давай. Воу. Нет, смотри. Застряло в текстурах. Какого черта? Ну да, поворачивай колесом. Смотрите, колесо поворачивается. Нет, ничего не получается. Возродиться. Давай, прыгай ты. Бу-бух. И чё? Ой, ничего себе. Я не хочу смотреть туда. У нас приличный канал. Ну и чё? Давай, уходи отсюда. Во, отлично, съехали. Давай. Так, поехали в школу. А куда ехать-то, я не понимаю. Где эта самая школа-то? Давай, крути педали. Какой китайский велик у тебя? Может быть, где школа? Где-то здесь. Так, я вижу красный крест. Это, наверное, больница. Ну-ка, попробуем съездить туда. А это что за храм еще? Солнце. Да. Нормально. Больничка. Сейчас мы туда доедем. И что? И здесь ничего невозможно сделать в этой больнице. По-моему, мы зря выбрали поехать в город. Надо было ехать сразу в школу. Так, что? Так, давайте посмотрим, как мы можем вообще... Давайте вообще перезагрузим этот уровень. О, блин, я хочу в менюшку опять. О, черт. Так, ну ладно, давайте поедем вперед. Может быть, просто будем ехать по дороге, и тогда нас это привезет в школу. Давай, крути педали, родная! Так, это маяк. Что-то мне напоминает уже Life is Strange. Где-то это мы уже видели. Типа, тестовый уровень, да, у нас? Нет. Поехали вот сюда. Где же эта самая школа? Сейчас мы будем блуждать ее, искать. Не знаю, найдем ли. Давай, крути педали. Так, вот это что такое у нас? Ну, что-то похоже, кстати. Нет, это явно не школа. Это какая-то фигня. Какой-то храм или что это? Ну-ка, заедем, посмотрим. Сейчас можешь заехать? Воу, молодец. Бум. Нет, бесполезно. Не понял. Это что такое? Это что за текстуры еще у нас тут такие потрясающие? Да, ну понятно, игра сделана на 13%. Но воспользоваться этими оставшимися ресурсами игры мы не можем. Где же школа-то? Это что за еще зеркальная поверхность? Воу, нифига себе.
Что это было? Я не понял. Так, ты посмотри на ее лицо. Какое напряжение. Полностью сосредоточено на нашем дорогом сенпае. Да куда же ты едешь-то, а? Тупая ты школьница. Воу, нифига себе. Еще и трюки умеет делать. А где школа? Ладно. Поехали просто куда глаза глядят, может быть, и доедем. До чего-нибудь. По крайней мере, мы там видели уже с вами. Больницу. Может быть, рядом находится школа? Ну, правильно, школа и больница должны находиться рядом, потому что... студентики, они все время калечатся, и у них все время проблемы. Или, может быть, нужно поехать наверх? О, наверное, наверх надо поехать. Поехали. Смотри, это хорошая дорога. Хорошая дорога наверх. Мне кажется, мы на правильном пути. Да, я что-то вижу, там такое горит. Точно, точно, школа. Go to school, пойти в школу. Конечно, давай, все, отлично, мы доехали. Сотых. О, вот она, наша школа, круто. Так, смотрите, вот у нас телефон, и нам надо сначала понять, кто такая Осама-чан. Поэтому сейчас будем смотреть. Написано, что это не официальная демо, это некоторая отладочная версия для того, чтобы протестить. Билд, созданный 3 января, то есть совсем свеженький. Так, это кто же у нас идет? Это же у нас идет наш лысый сэнпай. Ой, черт, ой, черт, 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 тихо, 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 уходи. Че с ней такое вообще? Сэнпай нас заметил, вы посмотрите. Наш лысый мальчик. Смотрите, у нас здесь есть оружие, у нас есть резак для бумаги, есть ножницы, нож, катана и... отвертка. Давайте возьмем отвертку как самое невидное оружие. Можем, в принципе, его вот так вот спрятать. И все. А что еще мы можем взять? Давай попробуем взять резак. И тоже мы его спрятали. Круто. Ножницы и еще у нас есть... еще какая-то... типа еще какой-то нож. Давайте тоже его возьмем. Почему нет? А, мы не можем брать... мы можем взять или нож, или отвертку. А здесь что это? Да. Давайте лучше пусть у нас отвертка останется. Отвертка это хорошее оружие. А хорошее оружие, оно может быть использовано как инструмент. Сколько у нас ученичков? Ну, девчонки, привет. Как дела? Как поживаете? Никто не хочет с мной пообщаться, а? Девчонки. Это что за фашист идет такой? Ну нет, похоже, это староста. С повязочкой на голове явно какой-то кунфуист. Так, девчонки, ну чё? Заходите, сколько вас там? Блин, сколько тут... сколько их, нифига себе уже, сколько их тут на зашло. А что у тебя с волосами-то творится? Они что, живые, что ли, или что? Ну-ка, отойдем подальше. Отойдем подальше и пока ничего не происходит. Нет, смотри, какие волосы отрастила, а? Еще и покрасила. Так, не понял. Нифига себе, школьница. С такими-то глазами, с таким макияжем. Вы посмотрите, что это у нее там такое торчит. Блин, так это не школьница, это какая-то, не знаю, бабушка, наверное, на 10-й год осталась. Так, у нас все ученички уже здесь стоят. Стоят, пусть стоят себе. Нам нужно как-то их, наверное, попробовать опознать. Я не знаю, кто это самая Осана Чан-то. Как же ее определить-то? Ну, а что это мы? Можем выйти в... выйти мы можем, да... круто. О, и все тоже пошли такие. Ну да, они могли открыть, я открыл. И все сразу зашли. Ой, привет, няшка. Че здесь стоишь? Привет. Давай поговорим. Поболтаем. Не хочешь поболтать? Давай сфотаем ее. Давай ее сфотаем. И, может быть, это и есть Осана-чан. Отправить. Отправляем. Я не поняла. Ну-ка, попробуй ко мне еще. Я же прям лицо сфотал. Ты че? Как ты не можешь ее опознать? Ну-ка, давай вот так вот. О! Не можешь! Не понял, почему она говорит, не могу ее опознать. Давайте попробуем сделать немножко подальше фотку. Вот так вот. Ой, я что, это непонятное сфотал? Нет, она ее не может опознать. Может быть, это какой-то непонятный секретный бот, которого никто не знает. Так, они разошлись по разным углам. Как же мы определим, кто такая Осана-чан? Ладно, попробуем сейчас сделать так. Значит, я пробегу. Так, сенпаюшка у нас сидит. Смотрите, наш дорогой сенпай. Давайте попробуем его сфотать. Сидящего, грациозного на фонтане. Ой, ты мой сладкий. Красавчик. Ну, давай отправим. Тебе не ну... мне не нужны... фотки твоего сенпая, говорит она.
Так, ну что, ребятки, давайте-ка девчонок пофотим. Нифига, у тебя эта причесочка-то, а? Ты посмотри, это ж какие-то просто... Какие-то смерчи в волосах. Давайте будем фотать. Воу, нифига себе. Маленькая девушка. Молодая. Так, смотри, она почему-то не может их распознать. Я не понимаю, почему? Что происходит? Так, у них что? Блин. Они же какие-то просто акселераты. В таком-то возрасте. Смотрите, они честь там отдают. Ой, она такая смущаться начинает. Ну что ты меня фотаешь? Ну не фотай, а? Так, это Саки Мьюи. Ну ладно, в принципе, нам пока это не интересно. Нам нужна Асана-чан, как же ее определить? О, такая встала. Молодец, позирует, хорошо. Не могу, говорит, определить ее. О, вот так вот. Мио, Мей-мио. Тоже непонятно. Она нам тоже не нужна. Ладно, продолжаем нашу фотоохоту. Кохару Хината. Понятно. Так, не катит. Вот девчонка с одной прядью в голове. Йина Юнахина. Тоже не то. Так, вот эта красноволосая девица. Ну-ка, давай-ка. Оп, молодец, правильно. Честь мне отдавай, давай. Я тут самое главное в школе вообще. Ладно, она тоже не наша самая главная. Канок. Какона Харука. Какона Харука. Окей. Так, вот это еще, по-моему, осталось. Ну-ка, посмотрим. А, нет, все, мы ее уже фотали. Значит, ладно, девчонки, с вами каши не сваришь, надо идти дальше искать других. Пойдем, нам сначала нужно понять, кто это. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Чуть нас не распознал. Сейчас мы вычислим нашу жертву и потом... Так, а это кто такое? Это что за слепая женщина? Нет, она просто училка. Ну-ка, давай-ка сфотаем ее. Не понял. Ну-ка, давай, отправляй. Нет, слишком, говорит, далеко. А что, если вот так вот прямо встану тебе в лицо, сфотаю? Вот так вот. Рейна Нана, она, похоже, училка какая-то. Очень строгая. То есть это такой, знаете, это хитмен в аниме манере. Воу, тубзик. Туалет, и сразу стало темно. Какой-то мужской, женский. Блин, я не хочу здесь запалиться. Если вдруг пацан какой-нибудь зайдет, я тут такая шарюсь. Нет, мне это не нужно. Чё-то у нас выключатель какой-то, да, есть? Выключатель, что? Выключатель, ну и ладно, выключатель, отлично. У нас есть отвертка и у нас есть фотоаппарат. А, это явно мужской. Там же, видишь, какие писсуары-то. Ну-ка, посмотрим, что здесь. А здесь таких нет, значит, это женский. Все, я понял. Все, я все понял. Воу, выключить свет. Круто. Мы можем выключить здесь свет. Ладно, пойдем подальше, пошаримся. По классам попробуем распознать. О, это у нас что, медкабинет? Нифига себе медкабинет. Если в моей школе были такие медкабинеты, это все. Транквилизатор и шприц. Круто. Это у нас медсестра. Ну, понятно, на самый такой японский манер. Самая настоящая медсестра. Говорит, сфотай мне лицо. Да я вот фотаю лицо, смотри. Не получается. Может быть, она имеет в виду вот так. Так надо сфотать? Нет, тоже не распознала. Ладно, я боюсь, что если я попробую сейчас взять здесь вот эти вот транквилизаторы, то меня запалят. Это же реальный хитман. Это реально, там тоже можно было брать... Можно было брать шприц и транквилизатор и кого-то убивать. То есть, если бы хитман агент 47 был няшкой, то он был бы вот такой вот няшкой. Ни больше, ни меньше. Это кто у нас такая? Директриса, что ли? Вы посмотрите, какие у них вообще наряды, а? Это что такое вообще? Это в школе так вообще нельзя ходить, ребят. Это же просто ужасно. Так, глянем здесь. А, это то же самое. Сейчас мы с вами обсмотрим все. Вообще все. Комнаты. Какая у них кухня здесь. Нифига себе. Да в такой школе я бы жил, наверное, бы. Не тужил. Смотрите, что у нас такое. О, перчаточки. Давайте наденем. А что, почему? С перчатками, мне кажется, очень круто. Оу, это оккультный клуб. Офигеть. Сатанисты, значит, читают здесь. Господи, если бы в моей школе был оккультный клуб, да я бы в этой школе, я бы поселился, да я бы просто директору бы поклонялся бы, понимаете? Молился бы на него. О, милый директор, пожалуйста, пусть твоя школа процветает. Потому что в ней есть оккультный клуб, и мы можем здесь вызывать. Мы можем вызывать духов здесь, смотрите. Так, а что это такое? Что это за видение такое? А, смотри.
Мы можем смотреть, мы можем вот так вот. Это у нас хидмановское видение. Круто, это все, что типа мы можем использовать для своих целей. Вот я вижу там какой-то унитаз с тряпкой. Это стратегически важный пункт. Так, давайте попробуем сфотать ее. Не уверен, конечно, что получится. Она вообще не смотрит в кадр. Ну, конечно. Так, надо бы как-то ее отвлечь. Давайте попробуем ее отвлечь. А ну-ка, давай поговорим с тобой. О, смотрите, что у нее с глазом. Или она просто косплеерша, или просто... Или просто дурачится. Я не успел с ней поговорить. Нет, она сразу садится. Ладно. С ними кашу не сваришь, с этими сатанистами проклятыми. Пока что давай походим, поищем здесь. Что это у нас? Спортзал, офигеть. А это что такое? Это у нас мышка с наружкой. Так. Что она говорит? Зная, что мышка может однажды прийти. И взять этот сыр. Это переполняет меня решимостью. Не понял. Что она имеет в виду? Мне кажется, что надо понять вообще менталитет японских школьниц, потому что вообще школы этой всей, потому что не всегда понятно, что они имеют в виду. Так, что это у нас здесь? Какие-то комнаты, какие-то классы пустые, причем никаких парт, ничего нет. Неужели они сидят просто на полу? А что такое? А, вот еще классы у нас есть. Так, училка, по-моему, что-то подобное мы уже заходили. Еще один туалет и еще один туалет. Нет, явно. Асана-чан, нам нужно найти ее. Пошли наверх, сходим, посмотрим. В первой серии мы, по крайней мере, сейчас должны дислоцировать... Как это? Врага. Где он находится? Второй этаж, третьего... третий этаж тоже есть! Блин, какая же огромная школа. И как мы сейчас всех найдем? Смотрите, училки везде однотипные. И везде пустые классы. Ребята, ваши... Уроки не пользуются никакой популярностью. Никто на них не ходит. Пойти на класс, и мы можем даже сесть за парту, посидеть. Ладно, в принципе, мы можем всегда вернуться. Туалетов целая куча. Комната каллиграфии. У нас в школе не было подобных факультативов вообще даже близко. А это что у нас? Компьютер? Кто-нибудь здесь есть? А, это ты. Почему ты пришла сюда? Не понял. Ты пришла, чтобы... Что, издеваться надо мной? Ты вообще знаешь, кто я такая? Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты. Мой отец... Не позволял мне почти в школу из-за таких, как ты. Он терпел таких людей, как ты в школе. А я не буду. Ты вульгарное создание. И ты существуешь только потому, что есть какая-то причина. Что если бы... Так, если бы мое желание было, я бы тебя уже давно уничтожил. Я надеюсь, что если однажды у нас наши дорожки пересекутся, то у тебя будут тяжелые времена. Может быть, это и есть Асана-чан, а? Может быть, это и есть Асана-чан? Смотрите, она, в принципе, была как-то очень злостно настроена по отношению к нам. Че, пошли поищем ее. Как мы будем ее убивать, если... Если мы даже не поймем, кто это такая. Сколько здесь комнат? Очень много комнат. Арт-клаб. Клуб искусств. Воу, гитара, смотрите, а чем? Подбирай, конечно, подбирай, ты че? Гитару берем. Давай, нормально, с гитарой вообще классно сейчас. Синпаюшки сыграем. Ну, не знаю, Владимирский Централ какой-нибудь ему споем. А это что такое? Воу, это что такое? Переодеваться, что ли, можно здесь? С гитарой. Давайте посмотрим, что написано. А, это клуб боевых искусств. Нифига себе школа. Да это же просто супер школа. Давай, открывай. Здесь ничего нету. Еще куча. А, комната социологии. Пустая. Никто не ходит на социологию. Мастерская. Мастерская тоже пустая. Господи, куда все делись? Клуб науки. Так. Не понял. Смотрите. Смотрите, что происходит. А, я лысая. А. Прикольно. Мне это нравится. Лысая главная героиня. Как жаль, что мы не могли сделать себя лысой. Лысая девочка, это всегда страшно. Ну-ка, смотрите, вот есть народ какой-то. А что, мы можем как-то бросить? Ну-ка, давай, брось уже.
Она не хочет бросать. Стопы? Не понял. Что это случилось? О, нет, только не говорите, что мы снова... Мы снова респавнились. Блин. О, боже. Ладно, давайте попробуем. Пока все идут, мы сейчас попробуем всех фотографировать. Да? Мне кажется, это хороший вариант, потому что потом все очень быстро расходятся. В разные стороны мы можем попробовать сейчас искать синеволосую девушку, которая... Которая была на ноутбуке. Вот так вот сфотали. Так, быстро отправляем. Нет, не то. Все, дальше, дальше, дальше. Следующее, следующее. Давай вот эту сфотаем. Эту фотой. Оп. Отсылаем. Не то. Так, еще. Красную мы сфотали. Так, зеленые волосы. Давай, оп. Поехали. Не то. Синеволосая девушка. Вот это что ближе уже к правде. Отправляй. Нет, не та. Так, зеленую мы уже фотали. Вот это, смотри, с какими хвостами. Не, тоже не та. Так, вот это тоже у нас, по-моему, была. Да, как она. Как онушка моя. Дорогая подруженька. FPS у нас на уровне 40 кадров. Не густо, не густо. Ой, а это кто у нас такая? Смотрите, в капюшоне в каком-то, в шапке. Или это у нее просто волосы так покрашены. Давай-ка зафотаем ее. Оп. Пипи. Ее зовут Пипи. Не знаю, почему ей дали такое имя. Так, не смогли вот эту сфотать. Ладно, фиг с ней. Она не очень похожа на нашу жертву. Куда пошла? Ну-ка смотри в камеру, блин, сказал. Инкью. Какие у них имена смешные. Стопы. Оп. Не попали, не попали, не попали. Назад, 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 назад. Давай еще раз. Хач. Нет, не канает. О, давай, вот так. Кудери. Кудери. А вот эта дева с длинными волосами. Тоже не попала в кадр. Сейчас я тебя зафотаю. Погоди, погоди, погоди. Оп. Стопы. Вот. Май вяфу. Не та, не та. Так, вот еще одна у нас. Чика идет. Мина, Рай, не то. Сколько же их вас здесь идет, а? Сколько вас учится-то в этой школе? Блин, такой глаз точно не распознать. Вот так вот. Не, не получилось. Оп! Тоже нет. Не канает. А вот эта девчонка с рогами, смотрите. Рогатая девчонка. Зафотай. А, не успел зафотать. Так, давайте вот эту с глазом сфотаем. Супана Чуру. Тоже не та. И вот еще одна у нас какая-то с перебинтованным глазом. Давай вот так. Кукума Джутсу. Не понял. А где? Где Асана? Давайте скажем ей комплимент. Не успели. Внизу у нас что, попрощаться. Покеда, покеда, извини, ничего страшного. Я не понял, что произошло в прошлый раз, почему нас выкинуло. Но, в принципе, мы сбыли с гитарой. Давайте пойдем сразу наверх. Воу, смотрите, у нас оружие в руках, и мы, в принципе, можем на кого-то напасть. Там написано «Атаковать». Не, я лучше сейчас уберу все, и потом мы совершим прыжок дракона. Сходим сейчас наверх, быстренько сейчас посмотрим, что у нас еще наверху есть. А, в принципе, на втором этаже можно было сесть за парту и посидеть на уроках. Вот третий этаж, еще четвертый этаж. Вы сдурели, что ли? Сколько же здесь комнат? Сколько классов? Людей-то не так-то много. Пойдем на сам верх сходим, посмотрим, что здесь. О, все, понятно. Это у нас крыша. А это что такое? Что это такое? Ну-ка, бери. Бери, говорю. Какой-то журнальчик взяла. Вот зеленоволосая какая-то дева стоит. Сфотаем. Давай зафотаем ее. Что-то она какая-то злая, по-моему. Плачешь, что ли? Мидори Гурин. Мне кажется, что нам не просто надо будет, не просто будет найти эту самую соперницу. Может быть, она прячется, она будет просто появляться где-то в каких-то местах. Так, собираем аниме. Но это для того, чтобы нам на уроках было чем заняться. А иначе что мы там будем делать? Не учиться же. Воу, еще девчонки пошли. А что вы все наверху-то? Видите, у вас занятия сейчас начинаются. Давай пофотаем их. Может быть, это еще не те, кто были. Нет, это вот эти все уже были. Вот эту девчонку рогатую, по-моему, я еще не фотал ни разу. Окара Руту. Тоже не то. Девчонки, значит, потрепаться пришли на крышу, а мы тем временем спускаемся вниз. Третий этаж, здесь мы еще не были.
Но здесь все то же самое, все очень однотипно. О, смотрите, пацаны рубятся, в чё играем? Нифига себе. Мы можем поговорить и можем с этой девчонкой тоже поговорить. Давайте скажем ей какой-нибудь комплимент. Воу, привет, ты так круто сегодня выглядишь вообще. Правда, вау, спасибо, так здорово, что ты сказала. Ладно, мы ничего не можем с ней договориться. Игра не такая простая, как кажется на первый взгляд. Кажется, ну просто что, пойди там убей всех. В Хитмане вот все просто, пошел убил всех. Ну или разработал тактику и пошел убил всех. В любом случае, ты убил просто всех. А здесь не так все просто. Инфоклуб, клуб вязания, шитья, кройки и шитья. То же самое, все то же самое. Пойдем, сходим на второй этаж. Где-то была комната, где был компьютер. Посмотрим, где он там. Еще раз. И потом, наверное, мы дальше можем пойти куда-нибудь. Или попробовать кого-нибудь завалить. Так, клуб науки. Это не то. Не то пальто. Это просто классы. По-моему, это просто классы. Там только училка и пустые парты. Это нам не интересно. А вот дальше, дальше, дальше может что-то быть интересное. Вот эта парта, за которой мы можем сесть. Сейчас мы туда вернемся обязательно. Но сначала мы сходим в класс, где был комп. Вот он. Вон он комп. Он уже выключен, значит, мы уже посмотрели это сообщение. Что написано с другой стороны? Psycho. Видимо, какой-то местный бренд. Застрял в текстурах. Побежали, сходим в комнату, где мы должны заниматься. И сядем за парту и посмотрим, что произойдет. Давай, садись за парту. Биология, химия, языки, физра, короче, и психология. Мы можем потратить 10 очков обучения. Давайте сделаем это. Так, вот так, биология, химия, языки обязательно нам нужны и психология. Нет, физика. Конечно, нам нужны физические упражнения для того, чтобы мы могли быстро бегать. Воу, все, да, мы типа поучились и прокачались. Вот это круто, я бы тоже так хотел. Пришел, очки обучения потратил в школе, и все, и ты жив-здоров. Ну что, я думаю, в принципе, мы побегали, посмотрели, ничего не понятно, что здесь можно сделать. Попробуем сейчас кого-нибудь завалить отверточкой и на этом закончим серию. Я думаю, это будет веселое. Веселое времяпрепровождение. Достаем отверточку в руках. Ну давайте, кто будет моей жертвой, а? Может быть, училку завалим? Так, смотрите, надо лучше кого-то сделать, а кто одинокий, смотрите, чтоб не было видно. Вот эту девчонку давайте сзади так подойдем. Подойдем и вот так вот. На тебе, падла! Меня заметили! А, все, завалили! Блин! Сердце разбито! О! Загрузи чекпоинт. Бедняжечка! Снэп! Давайте выберем снэп! А он не активен, потому что игра все еще в разработке. Здесь еще есть чекпоинты какие-то. Чекпоинт — это начало учебного дня. Понятно. В принципе, ладно, мы получили общее представление об игре. Непонятно, что мы сейчас пока можем сделать. Попробуем в следующий раз построить какие-нибудь козни нашим однокашникам. Может быть, будем убирать их один за другим. О, смотрите, мы можем взять шваброчку. Взять шваброчку и потом так вот сэнпаюшка идет, а мы ему, смотрите, так: сэнпаюшка, для тебя пусть дорога будет чистая, чтоб ты шел и не поскользнулся. Чтоб никакая грязюшка к тебе не прилипла. What's up with her? Чё с ней не так? А чё со мной не так, ты узнаешь в следующей серии, лысое чмо. С вами был Маугли, это был Яндерс Симулятор. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментах, что вообще здесь такое можно сделать. Я, честно говоря, не совсем понял, чем здесь нужно заниматься. То ли всех убирать по одному, то ли выискивать нашу главную соперницу, которой, кстати, нет среди тех, кто заходит в эту школу. Спасибо большое, всегда оставайтесь на высоте и покедово!